Если он будет так махать своим тесаком, то кого-нибудь поранит. Все мертвы. Пора делать покупки. Работу и приходи еще. Магазин открыт. Иди скорее ко мне. Я продала тебе отличный товар. Найди ему хорошее применение. Я видел школьниц, которые были пострашнее тебя.
Поспеши купить себе хороший ствол. Работу и приходи еще. Не забывай обо мне. Приходи, когда все закончится. Я приготовила на продажу самое лучшее оружие. Дорогуша, пушки не растут на деревьях. Тебе нужно больше денег. Дружище, ты уж теперь сам. Ты слишком слаб, чтобы быть зомби.
лучше бы я этого не видел. Большие пушки, правда? Работу и приходи еще. Закончишь свою работу. Уже почти закончил. Двигай в мою сторону. Я приготовила на продажу самое лучшее оружие.
тебя серьезные пушки. Ты знаешь, что с ними делать. Не подпускайте ко мне этого монстра! Я уже в пути. Увидимся, когда закончишь свою работу. Пиши купить себе хороший ствол. Теперь у тебя серьезные пушки. Ты знаешь, что с ними делать. Тебе ведь нравятся большие пушки, правда? Я продала тебе отличный товар. Найди ему хорошее применение. Thank you.
юбки. И ты называешь себя ужасным зомби? Приближается что-то действительно большое. Тебе понадобится серьезное оружие. Ты заплатишь за то, что сделал. Ты умрешь быстро. Еще и ракеты. Мне это совсем не нравится. Ты даже мою мамочку не напугаешь. Ты слишком слаб, чтобы быть зомби.